кабака. Гибрид с формой корнеплода типа шантане. Созревает через 85 дней после посева. Листовой аппарат мощный, с полевой толерантностью к альтернариозной пятнистости листьев. Корнеплоды с однородной темно-оранжевой, очень насыщенной внутренней окраской. Средняя длина корнеплода 14-16 см. Высокая толерантность к растрескиванию в течение всего периода выращивания. Предназначен для производства ранней продукции, особо рекомендуется для перерабатывающей промышленности, так как его окраска намного интенсивнее, чем у других сортов, а также для хранения. Рекомендуемая густота посева 0,6-0,8 миллион на гектар.